целый день сижу. И сильно отекали ноги, особенно возле косточки. Косточки вообще не было видно. Хотя я и пила воду, как она хорошо усваивается организмом, но этого было недостаточно. Мне посоветовали попить гидросель. Я начала пить по 8 капель на стакан воды. 3 раза в день я пила. Выпила всю бутылочку. Маленькую. Маленькую, да, не такую большую, поменьше. И отеков больше не было, не отекали больше.